Привет, друзья, привет. Посадили мы полторы недели назад огурцы. Вот что с ними. Посадили мы, когда была холодная погода, а сейчас жара погнала. Вот что с ними происходит? Корневая система, они... Давай концентрируйся. Корневую систему они отбивают. А вот сверху что-то не скажешь, что они себя лучше чувствуют. Они как будто бы вообще замедлились в росте, и вообще с ними ничего не происходит. Но зато в корень пошли. Посмотрим, может, надо им сначала набраться в корневую систему, чтобы они стали помощнее. Так, давай, концентрируйся, малыш. Корневая, хорошая, беленькая. Ну, посмотрим, может, отойдут еще. Там, если кто-то что знает, ребята, пишем в комментариях. Очень будет интересно узнать, почему же они остановились в росте, но пошли в корень. А вот эта вот дыня. Дыню мы подсадили, но что-то она никак. Смотрим, может, корневая отойдет. Мы ее подсадили 3 дня назад. Смотрим, может, приспособиться. Так. Друзья, ставим лайчики, пальчики, подписываемся на каналчик, ссылочка в группу будет внизу. Все, ребята, всем хорошего урожая, до новых встреч!